День Победы, как он был от нас далек. Эти строки громким эхом из года в год звучат в наших сердцах. Мы вспоминаем наших дедов и прадедов, отдавших жизни за свободу и мир. Не только вспоминаем, с участниками Великой Отечественной встаем в один полк. 9 мая по улицам Ярселя вот уже в который раз пройдет бессмертный полк. Потомки воинов, павших на полях сражений, взяв в руки портреты участников боевых действий, пройдут вместе в одном полку. Бессмертный полк у нас собирается 9:30 9 мая по улице Советская возле Сбербанка. А в 10 часов уже начало шествия. В колонии 73 портрета ветеранов ямальцев, которые понесут участие в ямальской школе интернат имени Давыдова. Впереди будут идти, а следом уже население. Вновь, как и в прошлом году, молодежный центр «Импульс» накануне главного праздника страны призвал ямальцев обращаться в изготовлении портретов участников войны за помощью. Услугами центра воспользовались около 40 жителей Ярселя и Сюнайсале, и этой весной они вместе со своими героями встанут в ряды бессмертного полка. Присоединяйтесь и вы. 9 мая встречаемся в Ярселе на улице Советской в 9:30.